Наши войска были переброшены на базу, расположенную на господствующей высоте долины Тиньли, ключевой области в Южном Вьетнаме. Им поставлена простая задача – удерживать высоту и не позволить силам Северного Вьетнама отбить позицию. По донесениям разведки, обнаружены крупные силы красных, сосредоточенные в этом районе. Американские солдаты, защищавшие высоту Тиньли, успешно отбили атаки противника. ОЦК сообщает о множестве убитых и раненых северо-вьетнамских солдат. Потери со стороны США незначительны. В связи с донесениями разведки о крупных силах противника, концентрирующихся в окрестных джунглях, американская база была усилена подкреплениями. В ОЦК полагают, что СВА надеется, заняв господствующую высоту долины Тиньли, взять под контроль рисовые поля, расположенные в долине у под... Распределились по периметру. Мы штурмуем! Живо жопой туда и прижали их!
Подтверждаю запрос. Расчету, беглый огонь. Мины ушли.
куда это ты полез, Шарок? Создать защитный периметр вокруг точки. База противника захвачена. Атаковать позицию! Раскатать ее! Туда, парень! База захвачена.
База потеряна! База в районе долины Тиньли. Президент призвал граждан не делать поспешных выводов о ходе войны. Он еще раз подчеркнул, что все идет как запланировано. В районе долины Кубай войска США собирают для предстоящего штурма крупные силы. Их задачей является уничтожить канал поставки риса для тысяч солдат северо-вьетнамской армии, чувствующих себя здесь как дома. Под нажимом прессы ОЦК заявила, что эта операция не представляет никакой угрозы для гражданских запасов продовольствия в этом районе. И если уж на то пошло, то танки и пехота СВА долины Пхубай войска США собирают для предстоящего штурма крупные силы. Их задачей является уничтожить канал поставки риса для тысяч солдат северо-вьетнамской армии, чувствующих себя здесь как дома. Под нажимом прессы ОЦК заявила, что эта операция не представляет никакой угрозы для гражданских запасов продовольствия в этом районе. И если уж на то пошло, то танки и пехота СВА, располагающиеся...
нужен транспорт. Место есть? Вытащите меня отсюда! Эу! Такси! Погоди, дай залезу. Нужен транспорт. Место есть? В мою сторону движется противник. У нас тут буки на подходе. Красные. Вид серьезный. В мою сторону движется противник. Тут буки на подходе. Контакт! Пехота! Узкоглазые идут. Красные. Серьезные. В мою сторону движется противник. Идут.
серьезный. Вытащите меня отсюда! Танки Гука! База потеряна! Тяжелый танк! Хорошая работа! База наша! У них тяжелая броня!
их аванпост! Красный! Вид серьезный! Тяжелые танки Гука! В сторону движется противник. Мы заняли базу. С воздуха.
базу! Глаза идут. Стала одним из самых страшных мест для армии США. В течение всего лишь нескольких часов чудесный ландшафт превратился в кровавое поле боя, на котором танки СВА рассеяли американских солдат и технику. В районе долины Пхубай войска США собирают для предстоящего штурма крупные силы. Их задачей является уничтожить канал поставки риса для тысяч солдат северо-вьетнамской армии, чувствующих себя здесь как дома. Под нажимом прессы ОЦК заявила, что эта операция не представляет никакой угрозы для гражданских запасов продовольствия в этом районе. И если уж на то пошло.
Чей? Chúng ta đã chiếm được trên đồi. Trên đồi vừa thấy quân đấy. Đây, đó là vùng chiến trọng.
Пинбом! Rồi.
Летайте к дурой! Американскими пехотинцами в равнину смерти после их столкновения с невероятным количеством регулярных войск СВА. В результате этой неудачи поставки риса продолжат бесперебойно идти на север. К нам приходят разрозненные сведения, что союзным подразделениям, проводящим зачистку, было приказано уничтожить деревню, предположительно являвшуюся опорной точкой СВА. ОЦК считает обнаружение этой деревни первостепенной задачей, утверждая, что она является важнейшей.